Всем привет! Меня зовут Артур. И я хотел бы представить вам компанию Bubbleton. Это блокчейн-платформа для телекома. Проект с минимальным функционалом уже запущен. Мы оставляем роуминг в прошлом. Первая децентрализированная экосистема, которая позволяет взаимодействовать напрямую мобильным операторам, абонентам и поставщикам услуг. Совершайте звонки и пользуйтесь интернетом в поездках по всему миру, по низким ценам местных операторов, не меняя сим-карту. Любой оператор может получить глобальный статус и прямой доступ к международному телекоммуникационному рынку. ICO заканчивается через 2 дня и 10 часов, то есть вы можете еще успеть принять участие в нем. На данный момент собрано 50% от запланированной суммы, то есть 7,5 миллионов долларов. Всего планируется собрать 15 миллионов долларов. Один эфириум равен 4000 UMT. UMT – это местный токен. Минимум можете внести депозит в размере 0,1 эфириума. Максимальная сумма, еще раз повторюсь, составляет 15 миллионов долларов. Мы принимаем эфиры и биткоины, а также визу и MasterCard. Стоит заметить, рейтинг данного проекта довольно хороший. На ICO он составляет 5.0 из 5 возможных. Это вышка. Это очень хороший рейтинг на ICO Bench, не менее популярном сайте. Рейтинг сайта составляет 4.5. Это тоже очень хороший рейтинг. А также Wiser ICO, где рейтинг также составляет 5.0. На ICO рейтинг там уже есть, то есть хороший рейтинг и плохой. Данная платформа же там имеет позитивный рейтинг. Это очень хорошо. Следующий этап для Bubblestone является завершение эры международного роуминга благодаря запуску крупной инфраструктурной платформы на основе блокчейна для коммуникации. Блокчейн-форма Bubblestone для телекоммуникации предназначена свыше 1000 мобильных операторов по всему миру, 1,2 миллиарда путешественников в год, 10 тысяч поставщиков услуг. Теперь перейдем к тому, как это работает. Проект с минимальным функционалом запущен. Мы обеспечиваем связь между операторами мобильных сетей и конечными пользователями по всему миру на основе технологии блокчейн. Блокчейн-платформа Bubblestone позволяет путешественникам моментально подключать услуги местных операторов за рубежом. При этом они могут использовать прежнюю сим-карту, сохранив свой обычный номер. Здесь вы можете посмотреть подробное видео о том, как взаимодействует оператор и абонент, но сегодня мы этим заниматься не будем. Путешественники. Позволяют в поездках по миру использовать мобильный интернет и совершать звонки по локальным тарифам с прямым подключением к местным мобильным операторам. Также возможность использовать свою сим-карту и номер домашнего мобильного оператора. Мессенджер нового поколения с внушительным функционалом. Далее вы можете посмотреть видео с пользовательским интерфейсом. Операторы и поставщики услуг. Любой оператор может выйти на глобальный рынок без сложной технической интеграции. Прямой доступ к международному рынку телекома с миллионами новых абонентов. Новый источник дохода от реализации дополнительных услуг. Далее вы можете посмотреть видео с блокчейном для телекома. Проект Bubblestone включает в себя два основных направления. Это блокчейн-платформу и мобильное приложение. Расскажу подробнее о блокчейн-платформе Bubblestone. Bubblestone приходит на смену устаревшей и дорогостоящей технологии роуминга, внедряя в систему операторов мобильной связи технологию смарт-контрактов. Далее мы можем видеть схему, как все это взаимосвязано, как это работает. Любой оператор может опубликовать свои тарифные планы в виде смарт-контрактов. Эти предложения видны всем операторам и абонентам. Далее идет запрос на мобильную связь за рубежом. Далее проходит смарт-контракт, то есть запрос с хэшем, содержащим цифровую идентификацию и финансовую транзакцию. Достаточно полный смарт-контракт, чтобы получить деньги и идентифицировать абонента. Обслуживание абонента напрямую после загрузки мобильного профиля оператора на сим-карту абонента по воздуху.
Любой мобильный оператор может размещать свои тарифные планы с предоплатой на блокчейн-платформе Bubble Stone в виде смарт-контрактов. Эти предложения доступны всем операторам и их абонентам. Когда подписчик выбирает предложение, создается новый смарт-контракт с цифровым удостоверением абонента, и оплата переводится непосредственно иностранному мобильному оператору. Сим-карта зарегистрирована в локальной мобильной сети. Абонент авторизован, услуга предоставляется, местные тарифы, качественная связь LTE, а также LTE+. Платежи выполняются, прозрачный расчет стоимости, нулевые затраты для операторов, быстрый запуск услуги для операторов. Также вы можете посмотреть раздел Bubble Stone на GitHub и справочник по данному проекту. Почему крупные операторы перейдут на Bubble Stone? Об этом вы можете почитать на Medium. Приложение Bubble Stone. Прямое подключение к сети локального оператора обеспечивает высокое качество LTE и удобство управления с помощью мобильного приложения Bubble Stone. Бета-версия уже доступна в Google Play и App Store. Рынок, объединяющий абонентов и региональных мобильных операторов. Использование своего телефонного номера в заграничных поездках. Видео-аудио-конференц-связь. Отложенные смс-сообщения. Отправка сообщения с датой пересылки абонента. Удаление сообщений, приобретение, сохранение и использование местных телефонных номеров, еще более 100 услуг связи. Далее мы можем посмотреть различные видео, в которых приняли участие разработчики данной платформы. Кто мы? 20 лет опыта в отрасли телекоммуникаций. Оператор компании Bubble Stone в сегменте среднего бизнеса с 2000 года. Далее мы видим ссылку на веб-сайт Elo Incognito. Далее нам предлагают посмотреть видео по Bubble Stone блокчейну в телекоме. Свыше 240 тысяч премиальных абонентов, 42 миллиона долларов годовой доход. 10 тысяч точек продажи. Далее мы видим все сайты, на которых есть обзор Bubble Stone, в том числе это такие сайты, как ForkLog, Mobile Review, Entrepreneur, Bitcoinist, Forbes, очень известные издания, ну и прочие сайты. Сайтов немало, их свыше 20. Перейдем к самим токенам. Они называются UMT, основаны на системе ERC-20. Функция используется в смарт-контрактах для выполнения транзакций. Могут использоваться для пополнения баланса пользователя при оплате телекоммуникационных услуг. Общее количество 1 миллиард токенов. На продажу уходит 50 миллионов. 50% от общей суммы. Все нереализованные токены будут удалены. Дополнительный выпуск токенов невозможен. Это сделано для того, чтобы не произошло инфляции тех токенов, которые не будут куплены. Распределение средств. 22% это фонд развития сети. 50% публичная продажа. Основатели 20%. 7,8% фонд команды развития общества. 0,2% – фонд поощрительных выплат, ну, то есть баунти. Начало ICO. 20 апреля 2018 года. В 10 часов по лондонскому времени. Цена токена. 1 эфириум равен 4000 UMT. Максимальная сумма – 15 миллионов долларов. Принимаемые валюты – эфир, биткоин. Далее вы можете пройти предварительную регистрацию, чтобы зарезервировать UMT токены. Хотел бы рассказать вам о команде. Основные сотрудники – это Юрий Морозов, основатель и генеральный директор, Олег Правдин, технический директор, дизайнер в области телекоммуникационных технологий, Сергей Иванов, директор виртуального мобильного оператора Allo Incognito, а также Сергей Мальцев, ведущий инженер-разработчик блокчейн-платформы и другие. Команда разработчиков и IT-инженеров. Сергей Прилуцкий, эксперт по безопасности и разработке блокчейн-архитектуры.
Сергей Лепенков, разработка платежных сервисов и высоконагруженных приложений в Телекоме, а также другие уполномоченные лица. Здесь мы видим совместное фото всех. Даже здесь не все работники компании, это около половины. Также присутствуют адвайзеры, такие как Кит Тир, Роман Льюис, Андерс Ларсен, Самсон Ли и другие. Далее мы можем посмотреть видео мнения лидеров IT и телекоммуникационной отрасли блокчейн-платформы Bubblestone, то есть отзывы о данной платформе от известных в данной сфере людей. Перейдем к дорожной карте. Первый квартал 2018 года. Готова начальная версия смарт-контракта. Второй квартал. Веб-API для интеграции мобильных операторов и сервис-провайдеров. Третий квартал. Согласование глобального мобильного профиля Международным союзом электросвязи. Четвертый квартал. Расширение списка мобильных операторов и сервис-провайдеров, подключенных к платформе Bubblestone Blockchain Ecosystem. С 1 по 4 квартал. Подписание соглашений с операторами по всему миру для активации глобального мобильного профиля. То есть с 1 уже по 4 квартал 2019 года. То есть у компании есть планы до конца 2019 года. Это очень хорошо то, что у них есть планы на будущее. Далее мы можем видеть партнеры, такие как CryptoWally, IDEMIA, ShockArt, Рево, в сообществе Bubblestone, и кто его составляет. Стоит отметить, что данная платформа организовывает конференции. Вот была конференция, проходила с мая 14 по мая 16 во Франции. Ну и видим то, что очень часто проходят конференции, и это действительно очень хорошо. Компания очень быстро будет развиваться за счет этих конференций. Они, кстати, проходят с сентября прошлого года. То есть уже полгода компания устраивает различные конференции. И в самом конце мы можем посмотреть ответы на частые вопросы. На этом я бы хотел завершить свой обзор на данный проект. Я считаю его действительно достойным. И у вас еще имеется 2 дня и 10 успеть инвестировать в данный проект. Всем спасибо за внимание.